Сегодня было много моментов. Должны были, думаю, реализовывать хоть один момент, и, думаю, игра повернулась бы в другую сторону. Но нам не хватило, думаю, сегодня удачи. Ребята все старались, все бились. Видно было по ребятам, что они хотели, у них горели желанием выиграть этот матч. Хоть свести в ничью, а там могло бы и поменяться все. Но нельзя на этом останавливаться. Нужно дальше двигаться с таким же настроем, выходить на следующие игры. И также биться с таким же желанием. И думаю, и будут и столько же будут и моменты. И думаю, к нам придет удача. Честно говоря, думал, что «Спартак» покажет совершенно другую игру. Вы тоже, наверное, другого ожидали или играли от своей печки? Нет, мы знали, что «Спартак» сюжет сильно клуба идет в верхней части уровня таблицы. Мы готовились и на сборах, и ребята готовили себя. Ну, конечно, сегодня сложилась такая игра, что сегодня и ветер чуть был. Ну и ребята, конечно, нужно отдать должное ребятам, что они бились сегодня за каждый мяч, горели желанием. С таким желанием мы должны продолжать тренироваться и играть. Что касается сегодняшней погоды, там как раз разговаривал с ребятами, мяч, когда поднимался вверх, то неизвестно, куда он прилетит. Для защитников, наверное, очень тяжело в такую погоду играть. Ну, конечно, погода изменилась прямо во время игры. Был сильный ветер. Но, я думаю, для «Спартака» также погода мешала как и нам, так и им. Поэтому нельзя говорить, что здесь из-за погоды, из-за ветра. Да, был ветер, было тяжело, особенно защитника, потому что в любой момент мяч мог отскочить в разные стороны. Все эти видели, сколько ошибок как с нашей стороны, так и с их стороны было. Когда последний раз ты в центре защиты играл? Последний раз играл на сборах. Последнюю игру как раз наигрывали состав. А так не припомню, когда я играл последний раз в центре обороны. Как себя чувствовал, комфортно? Ну да, думаю, с каждой игрой все будет легче и легче. Все же нужно привыкать. Потому что в центре защиты это уже совсем другая роль. Играя крайнего защитника, нужно постоянно подключаться. А здесь больше строже нужно играть в обороне. Я думаю, с каждой игрой будет все легче.